Молодец. Молодец, не спеши, Маш. Спинку держи. Sen böyle yapma, ben yapacağım. Böyle yapma. Tamam, ben aşağıda bak. Ben aşağıda yapıyorum. Böyle. Ama eller düz. Tamam, böyle bak. Шикарная песня. Вот эту музыку я хотела. Но эту музыку не я хотела. А звук уменьшился. Хорошо, ты не спеши. Ты делай красиво, ручкой заканчивай движение. Не спеши, не бросай на половине движения. Вот начала ручкой что-то делать. Вот. И на зрителя смотри, голову вниз не отпускай. Подбородочек держи. Молодец. Вот. Вот, поклонилась. Умничка. Видишь, какая ты девочка хорошая. Девочки, мальчики, мужчины. Елизавета Сергеевна. И Юлия Сергеевна. Ну, Елизавета Сергеевна сегодня является спонсором. Вечера. Пятница? Да. Пятница. Развратница, да. Как решила всегда сделать праздник девчоночкам. Девчонкам, рассказывай, какие виды здесь, какие ты заказываешь? Это Филадельфия. Это мои любимые горячие. Это с угрём. С авокадом, сыром и лососем. Это, наверное, с угрём, тоже с авокадо. Это, не знаю, новые какие-то нам дали попробовать. Будем пробовать, да? Ты ешь палочками, потому что да, ты... Да, я люблю, я профессионально, смотрите. Она замужем была за профессиональным китайцем. Да, она вышла замуж первым. Да, она японец. Была я за японцем. А он был за ней и научил ее так есть. Замужем за адвоката, она сама научилась. Так, японец тоже был адвокат, самурай. И еще так, ну давайте пробуйте, да, так, да, ваше мнение. Ну это не горячее. Заказываем это все время у женщины, которая вот Юля, да? Вот одно и то же, одна и та же рука, да? В виде палочками, как... Безумие. Безумие. Приятного аппетита всем. Золотые руки. Всем привет. Сейчас еще картошку. Маша захотела гречки. Я гречку не нашла. Жарю картошку. Юлька просто еще спит. У меня какое-то тревожное состояние. Я просыпаюсь рано утром. Потом хожу. Потом опять заваливаюсь. Кошмар. Тревожно, потому что это затмение вот это. Без понятия. Поэтому шепотом говорю. На улице очень ветрено. Погода поменялась. Ладно. Главное, животы втянули, лопатки соединили. Так. Сразу отвечу на вопрос. На комментарии. Вчера кто-то пишет, я вышла в прямой эфир, кто-то пишет, Кирилл вел эфир, говорит, у него было 20, на этом эфире 22 тысячи просмотров. Говорит, Иванова позавидовала, вышла в эфир. Слушайте, вы так знаете, иногда хотите кого-то... Кому-то поднять самооценку за счет меня. Постоянно это было с Анжелой, с Америки, с Милой, со всеми, кто появлялся у меня в видео. Вы постоянно, некоторые, не вы все, но находились те, кто за счет меня всегда хотел кому-то самоутвердить. Вы такие интересные. Вы не понимаете, почему там 22 тысячи просмотров. Я вам расскажу, отвечу на комментарии. Потому что вы пошли смотреть на мою дочь, на Карла, на мою квартиру, на моих собак. Вы пошли на мое имя смотреть. Понятно? Боже, какой тупой комментарий. Человек здесь не собирал эти просмотры. Он собрал на моем имени. А вы сейчас в комментарии
говорю тихо, потому что Юля спит. А вы сейчас в этом, этим комментарием хотели меня оскорбить, вы угоните. Почему я всегда на такие вещи отвечаю? Потому что я всегда думаю, что комментатор, возможно, призадумается и скажет, да, вот это я лоханулся. То есть Надежда умирает последней. Все время думаю, сейчас комментарий зачитаю, отвечу, и комментарий скажет, боже, какой я лох. Она ж права. С такой прям было написано, с такой. Все пошли смотреть на мою кухню, на моих собак, на моего любовника. И такие, да она завидует, чему? То, что вы на мое имя пошли? Расслабьтесь. Я ж непробиваемая, я ж на ютубе сколько лет. Я же говорю, я реагирую для того, чтобы вас вылечить некоторых, чтобы вы поняли, что вы гоните. Ну, артисты, конечно. Машка, правда, еще не знаю, что я картошку жарю, но я не нашла гречку. Я дома у себя всегда режу только одним этим же ножом, черным таким. Хотя она же есть дома, но я все время режу. А тут я не могу приучиться ни к одному ножу как-то. Не знаю. Машке нравится моя картошка. Ой, это что за нож? Мы же не покупали с Юлькой ножи. Вообще картошка здесь такая, я не знаю. Ивановой нет, дома срач, нормально дома, никакого срача нет, просто стояли. Не режу я этими ножами. Просто стоят чемоданы посреди комнаты, все, где вы там срач увидели, не знаю. Много дома людей. Ездили, гуляли, приехали, ну, кому-то ж надо убирать. Думаешь, никого нет? Что вы думаете? О, господи. Я уже прыщики подавила, посидела на балконе. Рано подождалась. Я не понимаю. Почему Карлу я должен что-то покупать? Должен. Потому что я на него потратила всю молодость свою. И он ничего для этого не делал. Пусть отрабатывает. Так же вот втянули. Мне в гости, по идее, должны пойти к Фате, к Юлиному другу. Он вроде как диван купил, поэтому пойдем смотреть диван его. Долго я не общалась с Софией. Мы с ней созвонились. Все у нее нормально. Она не беременная. Где вы берете эту? Даже если бы она беременная была. Человеку 21 год будет. Лишь бы дитя было здоровое. Как будто типа она беременная в 13. А, девочки. Настроение, кстати, у меня хорошее. Может, нож еще более-менее, наверное. Я с балкона только что выходила, я же там сидела, прыщики давила. Это Маша говорит, есть хочу. Я говорю, давай, что хочешь, гречку. Я нашла. Буду вчера опять печенье. Напекла. Сейчас надо полы помыть, что-то липкое спрашиваю. Я тоже за Лину спрашиваю. Карла.
Говорит, пока ничего не ясно. Это вот, считайте, они в аварию попали перед Рождеством, перед 25 декабря. Сколько времени прошло. И в Италии это все очень медленно длится. Конечно, там без настроения. Ну, машина не водит, машина будет жила. Но пока ничего не... Приговора пока не было. Что там будет, я не знаю. Ну, говоришь, там, как говорит, надеемся, что будет арест домашний. Ну, кто не знает, да, человек погиб. Они врезались в человека, вылетели, я так понимаю, на встречку, и умер мужчина в этой аварии. Может быть, надеяться на домашний арест, что он будет ходить на работу и возвращаться домой. А может быть, придется отсидеть, не знаю. Смотри, на канал Италии. Скоро, скоро. Я просто не спешу, я хоть завтра могу выехать. Дома все хорошо, здесь тоже все хорошо. По поводу котенка писали, что котенок у вас там, вы не видели. Его жрет собака. Боже мой, что, блядь, они растут собаками. Это не маленький котенок, который не может убежать или еще что-то. Котенок может запрыгнуть и сидеть себе на этом, на стуле. Никто там никого не грызет, никто там не умирает. Не выдумывайте. Интересно, почему котенок до сих пор? Потому что так надо. Чтоб котенок до сих пор был там. Не-не-не, вообще, с людей.